Хоккеисты Минской юности почувствовали себя спасателями. На экскурсии в Университете гражданской защиты МЧС они узнали, как правильно делать искусственное дыхание, принимать роды, даже пеленать ребенка любыми подручными вещами. Но было кое-что и погорячее. Прикрыли, заходим. Все, потихоньку начинает продвигаться внутрь. Дружба между хоккейным клубом «Юность Минск» у нас существует давно. Мы посещаем их матчи, но, к сожалению, никогда не были у нас. И вот для того, чтобы эти дружеские отношения закрепить, вот они сегодня приехали к нам в Университет гражданской защиты. И для сегодня мы подготовили для них очень богатую программу. Они сегодня ознакомились с учебно-лабораторной базой университета, посмотрели, чем живут спасатели, и, конечно же, пробовали себя в роли спасателя.